Как сообщили в Бердском поисково-спасательном отряде МЧС, сегодня утром поступил сигнал. Вблизи моста, по которому через Бердск проходит федеральная трасса, затонуло транспортное средство. Как выяснили спасатели, происшествие произошло еще вчера. Два снегохода двигались по льду, в результате чего один частично провалился под лед, а второй затонул. Люди в результате инцидента не пострадали. Специалисты МЧС настоятельно предупреждают, движение по льду в районе Бердского моста опасно не только на транспортных средствах, но даже пешком. Лед на этом участке может быть местами очень тонкий, так как из-за сброса воды в Новосибирском водохранилище его промывает течением, а глубина в этом месте составляет порядка 12 метров.